Всем привет, ребята! Мы приехали на турбазу. В общем, вот тут у меня стол, подоконник и кровать. Посмотрите, как много вещей я с собой взяла. Давайте их разложим на мой стол. Я взяла с собой планшет. Журнал топ-модель для моей сестры и вот такой журнал для творчества. Уберем их на полку. Альбом тоже сюда. В тумбочку я хочу сложить вещи Сьюзи, Милки и Басика. А вниз пряжу. Пряжу я разложила. Посмотрите, какой милый кигуруми у моей сестренки. Кстати, с собой я взяла морские сушеные водоросли. Вот так я разложила все вещи. Тут у меня разные вещи, чтобы мастерить. Здесь бисер, пряжа, игры, разный пластилин. В ящике одежда Милки, Сьюзи и Басика, косметика и носочки, посуда. Дальше тут бутылочка, разный хэллоуинский декор. Здесь рабочее место Милки и Басика, но я просто сделала столик, чтобы они могли порисовать. А здесь место для Сьюзи. Сейчас мы пойдем гулять. Басик сказал, что он не пойдет, он сейчас кушает и пьет чай. Со мной пойдет Милка и Сьюзи. А Сьюзи надо будет уложить спать на улице. Мы сейчас пришли со Сьюзи и Милкой в кафе. Нам уже принесли чизкейк и чай. А Сьюзи хотела на улицу уложить спать, но она пока не хочет. Сейчас смотрит на красивый вид из окна. Милка уже покушала и играет тут в разные игрушки. В общем, в кафе у меня разрядился телефон, и мы со Сьюзи и Милкой добежали быстренько до нашего номера. Так как Сьюзи все еще не спит, а в номере она уснуть не может, я вышла на балкон. Тут есть крыша, поэтому дождь, в принципе, не попадает. Дождь, кстати, уже не такой сильный. А посмотрите, пока Милка и Басик там смотрят мультики. Ну все, Сьюзи уснула, я сейчас пойду домой. Мы уже дома, сейчас я сниму со Сьюзи конверт и положу ее спать. Сьюзи проснулась самая первая, поэтому мне тоже пришлось встать. Я уже умылась, сегодня нам в кафе будут давать бесплатный завтрак. Сейчас я хочу переодеть Сьюзи и скоро буду будить Милку и Басика. Так, ну давайте оденем боди и штанишки, а также носочки.
Я налила Сьюзи в бутылочку горячее молоко. Что тут происходит? Милка, мы собираемся на завтрак. Идите быстренько с Басиком умывайтесь и одевайтесь. Мы уже вышли. Мы пообедали и пришли в номер. Посмотрите, какой красивый вид из окна. Кстати, вчера вечером я шила вот такого котика из фетра. И сегодня мы будем праздновать Хэллоуин. Милка и Басик нарядились в хэллоуинские костюмы. Ура, ура, ура! Вот! Эй, Милка, не пугай! И в честь Хэллоуина у нас будет крутой челлендж. У Милки и Басика, и у меня с Аней. Мы будем закрытыми глазами доставать 3 маркера. И этими цветами будем раскрашивать картинки. Для нас с Аней тыковки, а для Милки с Басиком вот такие привидения. Ура, ура, как весело! А мы пойдем ночью играть еще! Конфеты собирать по домам! Нет, Милка, тут почти никого нет. Держи Басик и держи Милка. Всем привет! Так, мы выбрали каждого маркера по 2. Даем каждому, а потом уже будем выбирать цвета закрытыми глазами. Вот так. И сейчас нужно перемешать цвета маркеров и начать доставать. Давайте начнем с Анютки. Закрывай глаза. Так, я перемешала цвета. Ане мы завязали глаза. Доставай. Вот тут вот маркеры. 3 нужно выбрать. Первый. Давай второй. Второй. И третий. Ане попался коричневый, серый и зеленый. Теперь буду выбирать цвета я. Аня, мешай все цвета, а я закрою глаза. Перемешиваем цвета. Все. Радуги, да? Все. Все сильно перемешала? Да. Так, вот тут они где? Да. Первый. Второй. Третий. Нет, синяя тыква будет. Ну все, начинаем раскрашивать. Мне попался зеленый, желтый и голубой. Первая будет раскрашивать Аня. И Анина тыковка готова. Тем временем на улице уже стемнело. Оценивайте в комментариях Анину тыковку. Теперь буду раскрашивать я. Ну вот и моя тыковка готова. Пишите в комментариях, чья вам понравилась больше.
А теперь в челлендже будут участвовать Милка и Басик. Милка, вытягивай фломастеры. И последний цвет. Ну что, смотри, какие тебе попались. Красный, коричневый и желтый. Басик, теперь ты. Итак, тебе, Басик, попался серый, зеленый и оранжевый. Раскрашивайте. Я готова! Давай посмотрим. Вау, какое классное привидение! Это привидение девочка. Басик, а что там у тебя? Вот. Вау, у Басика привидение школьник. У меня лучше. Нет, у меня. Милка, Басик, не спорьте. Пусть ребята в комментариях напишут, чей рисунок им понравился больше. А теперь давайте распакуем хэллоуинские сладости. Всего 3 пакетика. Вот такой с привидением счастливого Хэллоуина. Пакетик из крафтовой бумаги с летучей мышкой. И тут написано «Бу». И последний белый пакетик с привидением. Тоже счастливого Хэллоуина. Интересно, какие же там будут вкусняшки? И в первом пакетике батончик Baby Fox. Он с начинкой из фундука. Итак, во втором пакетике нам попались мармеладные клыки. Так, открываем последний, третий пакетик. И тут две жевательные конфетки, оранжевая и розовая. Вот такие классные вкусняшки нам попались. А сейчас мы будем кушать шоколадную пиццу из Вкусвилла. Сзади у нее печенька, а сверху шоколад. Милка и Басик, эти кусочки вам. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. А на этом все. Всем счастливого Хэллоуина. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Всем пока-пока.